нетипично, а должно быть, как у всех. Идеал социалистического бытового благополучия. У меня стенка, как у Марьи Ивановны, то это было как бы не раздражителем, а как раз предметом гордости. Градостроительная мода. К чему приводила типовая застройка? Дома такие, в которых можно заблудиться, как в «Иронии судьбы». Имидж по-советски. Как подчеркивали индивидуальность. У тебя там потолок, допустим, оклеен обоями бежевого цвета, а там, где люстра, например, бирюзовый в цветочек. Жизнь по советскому стандарту. СССР. Знак качества. В субботу. 13:15.